5 сентября, 19 сентября. Риторический вопрос, не надо на него отвечать. Помнят ли народные депутаты, что они делали 16 сентября? Я вам скажу, что вы делали 16 сентября. Вы проголосовали закон об особом статусе отдельных районов. Крым свободы. Я его здесь голосовала. Правильно. Единая фракция, кажу, одного голоса не дала. А я не голосовала, народный депутат. Поэтому я не прошу у присутствующих здесь. Но тем не менее, закон был принят Верховной Рады, закон был подписан президентом и вступил в силу 16 октября. Один в один пункты, которые присутствуют в этом законе, присутствуют в тексте Минск-2. У меня возникает некий вопрос. Неужели для того, чтобы реализовать принятый Верховной Радой, подписанный главой государства закон, надо было дожидаться Минска-2, надо было дожидаться Дебальцева? Что произошло и где гарантия того, что хотя бы мы, про Путина уже здесь мы все выяснили. Почему мы не реализовываем этот закон,